Салют всем на канале B-Studio. Сегодня мы пробуем новый вкусный рецепт икры из баклажанов и томатов. Понадобится 2 баклажана, помидор, пол салатной цибульки, чесночинка и 2 веточки петрушки. Берем 2 баклажана, прокалываем вилочкой и засовываем в духовку на 250 градусов. Пока они пекутся, готовим остальные ингредиенты. Чистим чеснок, моем помидорчики, цибульку. Когда баклажаны спеклись, очищаем их от шкурки, достаем всю мякоть на досточку и мелко-мелко нарезаем. Томаты тоже берем и мелко нарезаем, собственно, как и петрушку, и лук, и чеснок. Все нарезаем, измельчаем и складываем в одну посудину. В конце добавляем ложечку соли, маленькую чайную, и немножко домашнего маслечка для запашку и вкуса. Всю нашу смесь перемешиваем. Делаем отличнейшие греночки, мажем и радуемся, лайкаем. И просто объедаем все этой невероятной вкусняшкой. Приятного всем аппетита!